Здравствуйте, друзья Садового экспресса. И сегодня мы говорим с вами о седуме розовом. Вчера мы снимали с вами маленький ролик об вот этом желтом седуме, а сегодня мы говорим о розовом почвопокровном седуме. Они немножко похожи между собой. Корзиночка цветов у них такая же, у желтого и у розового одинаковая, звездочки одинаковые, а вот листья немножко разные. И цветонос у седума желтого сантиметров, наверное, 15-20. А у седума розового покороче, сантиметров 10. Седумы – это очень хорошие, красивые почвопокровные растения. Цветут они в конце июня, начале июля, 2 или 3 недели. После отцветания мы убираем цветоносы, и остановится такая вот куртинка листьев. Вот у розового седума листьев формируют маленькую розочку какую-то, а у желтого седума просто густая такая шапочка по земле ползет. Седум – это многолетние морозостойкие растения, очень надежные, красивые, украшают наши бордюры, клумбы. Можно садить вдоль дорожек. Так что садите, ищите седум розовым, усаживайте его, и он будет вас радовать. Спасибо!